По следам обращений жителей города, в начале июля на телеканале «Видное ТВ» вышел репортаж о ситуации в жилом комплексе «Видный», где местные просили власти установить на одной из прилегающих к микрорайону дорог лежачие полицейские. Их просьба была непроста. Эта проезжая часть получилась сквозной. По ней автолюбители часто объезжают пробки. Знаков, ограничивающих скорость, нет. А тем временем сюда выходят подъезды. Территория, по сути, придомовая. Здесь гуляют дети. И все же реакция администрации округа оказалась быстрой. Буквально через несколько дней на место приехали рабочие, которые приступили к монтажу искусственной неровности. Эти кадры нам прислали жители ЖК «Видный», чьи окна выходят на ту самую дорогу. Появился здесь и знак, обозначающий лежачий полицейский. Люди надеются, что нововведение поможет искоренить проблему с лихачами, и жизнь в микрорайоне станет спокойнее.